Мир — это прежде всего гармония между разумом и душой человека. И когда такая гармония существует, он это отношение распространяет другим людям. Это Божий дар, который все мы должны свято хранить. Только мир позволит нам строить наш общий дом Кыргызстан. Это жизнь без войн, насилия и конфликтов. Это дар Божий, который дается человеку. И мир и любовь, они неразделимы. Тыстық деген бұл Құдайын райыны әрбір адам құрсап тұрған бүлі дегенде Құдайын сүйесін сезін. Мир – это полный покой и согласие между людьми. Қырғызстандықтар, сіздерде бүгінгі бүткіл дейін тыстық күнімен құттықтайын. Мира и стабильности Кыргызстане. Мира, согласия, а самое главное – понимание. Желаю нам всем ценить мир, одерживать его и помнить, что начинается он с наших сердец. Больше развиваться, развиваться духовно и интеллектуально. И строить мир вокруг себя для начала, а потом уже распространиться на весь мир.